просочилась информация, что НАТО готово будет ввести контингент. Я более чем уверен, что этого не будет, потому влажные что мечты. Тот характер военных действий, который ведется, у них доктринами НАТО не предусмотрено такой характер действий, такая активность действий. То есть, когда вот фактически, могу рассказать чуть-чуть про бой в лесу. Мы, кстати, готовились подразделения и за рубежом. И мне было интересно, что им там рассказывают и как готовят к бою в лесу. То вот иностранные инструктора, их понимание боя в лесу, это зашло ДРГ, там, до взвода, там, до 30 человек. Вот его нужно выявить и ликвидировать. Угу. То есть вопросов, что идет полноценный бой, когда между позициями 50-100 метров наши, позиции русских там 100, максимум 150 метров, и у тебя идет ежедневный круглосуточный бой с штурмами, с обстрелами, с зажигательными, потом, если хочешь, покажу, что происходит. И у нас было до 5-6 штурмов за день. Вот. То есть у натовских инструкторов, в принципе, нету такой практики и нету пути решения, как это решается. То есть вот сейчас, по большому счету, тот характер войны, который есть, у нас опыта больше, чем у инструкторов за рубежом. Потому что у них не было такой практики, понимаешь?